Привет, ребят, вы на канале Рыбаки. Для Вики мы сегодня рисуем арбуз. Арбуз она выиграла в конкурсе, который проводится в Инстаграм. Так, я начинаю рисовать. И рисуем мы сегодня фломастерами. Яркими, сочными фломастерами гамма. Берем несколько цветов и на белой бумаге рисуем. Давайте для Вики супер простой. 7 лет, конечно, это уже взрослые вроде бы. Но я знаю, что многие девчонки любят няшки. Мы будем рисовать няшки. Арбуз няшка. Я знаю, что я уже много раз рисовал арбуз-няшку, и это немножко даже как бы против правил. Всегда нужно придумать что-то новое. Давайте я еще фломастером его не рисовал. Нарисуем вот такой треугольник. Фломастеры толстые, потому что их удобно держать для ребят помладше. И вот легко-легко, и очень толстая и широкая вот эта штучка у них, перо, так что легко вот так разводить и вот так делать. Отлично, получилось. Теперь рисуем глазки. Глазки, два глазика, я думаю. Я так рисую няшку и закрашиваю все, что остальное, кроме в треугольнике, кроме глаз, я закрашиваю красным. Очень легко красить, фломастер очень легкий и очень сочный, как вы видите. Я прям очень рад, что меня попросили рисовать такое простое, хотя иногда меня просят что-то супер такое сложное, и я немножко даже опешиваю, думаю, как же мне это нарисовать. А все-таки такой меня попросили, такой простой арбуз. Я очень рад. Спасибо, Вика, и у тебя получился классный кит. Смотри, теперь мы возьмем светло-зеленый, такой салатовый я называю. Мне он очень нравится, прям я бы только им и рисовал, прям мне очень нравится такой салатовый цвет. Очень классный. А теперь мы возьмем темно-зеленый. Это важно для ребят, когда вы рисуете что-то натуральное. Фломастерами трудно рисовать что-то натуральное, к примеру, да, природу, да. Чтобы у вас было как можно больше разнообразия цветов. И хотя бы, если вы не можете иметь 20 или 50 цветов, хотя бы, чтобы был коричневый. Это важно. Зеленый, светло-зеленый или салатовый. Вот тогда у вас получатся самые лучшие рисунки. Потому что красный, он всегда есть. Это самый простой цвет, он всегда есть. А вот, например, светло-зеленого не всегда фломастеров есть. Так что ищите фломастеры, где есть светло-зеленый. Так, кто еще? Приходите и рисуйте со мной. Сегодня я рисую няшки. Няшки. Я знаю, няшки рисуются с такими большими глазами. Меня всегда это хоть немножко вводит в ступор, но все-таки я уже привык за эти годы рисовать такие вот глазки. Они такие милые. А еще мои ребята, Рома и Павлик, они подросли, и теперь они любят такие няшки. И даже они смотрят иногда и мультики какие-то такие с няшками. И даже им нравится. Например, там летний лагерь или что-то в этом роде. Вот такой у нас арбуз получился. Давайте сделаем его супер круто. Немножко розового. Немножко розового. И он заблестит чуть-чуть. Я надеюсь, это видно. И он чуть-чуть. Совсем чуть-чуть розового. И тень серым. Серый фломастер возьмем. Серый. И нарисуем тень для нашего арбузика. Вот такой арбузик, прям супер просто, супер мне он очень нравится. Я думаю, что его можно немножко улучшить. И каждая девчонка, я думаю, знает, как его улучшать. Рисовать вот такие сердечки. Большие и маленькие. Сегодня был очень простой рисунок. Я благодарю Вику и всех, кто участвовал, присылал свои работы. Завтра вы можете сделать то же самое, и я нарисую еще один рисунок для вас. Я жду ваших работ. Спасибо, что участвовали. Сейчас я буду заканчивать еще немножечко, обведу своих сердечек. И в ближайшее время хочу сделать объявление, что в ближайшее время будет много рисунков, много новых тем, много рубрик и красками, и гуашью, и акварелькой, и всеми фломастерами на свете, и фломастерами, и карандашами я обязательно буду рисовать. Сегодня мы прощаемся прямо в сердце. Да. Сегодня я уже прощаюсь. Я думаю, что можно еще сделать так, что немножко капает с него вот так вот. Маленькие капельки. Он очень сочный. И это не кровь, это сок. Там приятно так рисовать, приятно такими фломастерами. Вау!
как в детстве. Были бы у меня такие в детстве фломастерами, я бы балдел и рисовал с утра до вечера. Да, спасибо, ребята, все, кто пришел. Сегодня пришло много ребят. Я приглашаю вас участвовать тоже. Вы порисуйте, мне хочется посмотреть на ваши работы, что у вас получается. Это мне очень важно для того, чтобы сделать более простой или более сложный рисунок, и как бы вы хотели бы это нарисовать. Я бы увидел, как вы рисуете, и примерно что-то нарисовал для вас. Все, доброго вечера и пока-пока.